том берегу какая-то жопа. Так-то при желании я смогу переехать, конечно. Но что-то неохота пачкаться. Поеду, пожалуй, через лес. Тут таких мест, похоже, несколько штук. Не знаю, я проеду по ним или нет. Жопа. Хошь как хошь, а ехать надо. Комары, блин, капец, тьма. Интересно, она глубокая. Ну, вроде не должна быть глубокой. Ну, вариант только один, ехать прям по ней. Что, поехали? Блять, сука, ты заебала! Неглубокая, блять, надо было хоть посмотреть, ебаный в рот. Опять масло менять, я его только новое залил, дорогое, сука! Ну это пизда. Я хуею. Бля, да лучше бы 10 раз по этим корягам проехал. Меня что-то обманула эта видимость. Я думал, там дно, а там какая-то муть, что ли, была. Вот сука. Блять. Пиздец полный. Ёбаный лес, лучше бы через Кивчей переехал. А, блядь, это пиздец какой-то. Сука, блядь.
ебаное комарьё. Они меня сейчас сожрут. Это вообще... Они мне не дают это. Вообще... Фу. Вот это, блядь... Я заехал опять. Ёбаный тапок. У меня такое ощущение было, то, что я дно видел. Вот как здесь я его видел. Я думаю, ну не глубоко, а чё. Заебись, не глубоко. Смотрите, чё, около мотоцикла. Я не могу это остановиться. Если я остановлюсь, меня сожрут. Интересно, попала опять вода? Да полюбас попала, там фильтры. Наверняка болото стоит. И надо бы это открутить. Так откручивать нечего. Это нечем. Ну да. У меня есть родная отвертка. Но это падла. Она ни к чему не подойдет. Она... Блядь, как тут... Ёб твою мать, а! Пиздец. Как оно открывается-то? Съедают вообще. Вообще пиздец. Вот это говно. Я ей ничего не смогу открутить, я зуб даю. Вот это вот. Я после того раза, сука, только все несколько раз масло поменял, новое залил, хорошее. Фильтр прочистил, высушил, поменял, все там. Ёбаный лес со своими канавами. Что там, блядь? Так, что тут у нас? Поросёночек увяз. Удивительно, как я вообще открутил все. Все-таки это ебаная отвертка на что-то годится. Фу, ну слава яйцам, все сухо. Фу, я даже удивляюсь, как так. Я опять так, я глубоко как провалился. Но не факт, что... Не факт, что вот здесь вот она не затекла в карбюратор там как-нибудь. Но сейчас это еще с карбюратора слить бензин, который там есть. Но фильтр сухой, фильтр сухой. Это хорошо. Фух, так, с карбюратора бензин слить, а мне его открутить нечем ее. Отвертки такой нету. Здесь тоже ничего похож нету. Одно говно. Ничего нету. Как же мне его открутить? И ножичка никакого нету. Ничего нету я. Вот слил. Так, а где ключ-то? Вот это жесть. Чинить поди есть. Ай, блядь. Ай. Нет, здесь ни хрена. Ничего подходящего нету. Пассатижи меня никак не откручу. Кстати, шланчик этот сливной из этого, из воздушного фильтра. Надо его это снять, посмотреть, там есть что, нету.
Ну это вообще жесть, они продуху не дают. Пошли нахуй. Снимись. Там несколько капель было. Наверное, все-таки кто-то как-то попало. Не вот, не, может быть, не сюда, а вот сюда вот как-то попало. Хз. Ну пусть пока так, я не буду пока его одевать. Мне нечем открутить бензиновый этот. Вообще ничего нет такого. Вытащил от крепления кокотушкой. Вот отсюда попробую подниму эту кручу. Блин, а комары, а вода. Капец просто. Нереально руки отнести. А я брату говорил, не затягивай ты его так. Чё за херня? Оно погнулось? Серьезно? Оно гнется, оно вообще вон из пластилина сделано. Ну, короче, не могу я никак открутить этот болт. Отвертки нету, ничего найти не получается. Все, в фильтре вроде бы воды нету. Сейчас все закручу и завожу. Ну, хорошо, хоть конченая отвертка помогла. Хоть посмотрел, что в фильтре воды нету. Ой, жесть. Но если сейчас опять в масле эмульсии появится, это будет... Я просто промолчу. Я весь грязный, весь мокрый. Крапивы весь обкололся. Комары меня вообще уже сожрали просто. Это просто... С глушителя потекло. Фу, хоть от этих комаров маленько отъехал. Ну что-то, ну пока вроде бы чисто, пока. Еще не факт, что оно чистым останется. Ладно. Чего, теперь поехали. Очередное болото. Которое хрен объедешь, да? Ну, эмульсии я вроде бы не вижу. Фу.
Класс! Я так и хотел. Вот прям так и планировал. Ну ёб твою мать! Давай! Весь грязный, весь. Это я не планировал. Я ведь хотел поехать в поля. Потому что подумал, сейчас если поехать в лес, к лесу, по этим деревням, то будет много мест, где не проедешь. Все будет сырое. Так и вышло. Ну, теперь что? Поздняк метаться. Наконец-то я выбрался из леса. Комаров здесь теперь нету. Ну что, проехал я уже довольно много. Масло, как видно, чистое. Эмульсии нету. То есть, получается, я вытащил его довольно-таки быстро. Хотя в воде он был, ну, глубоко. Там видно, наверное, было на камеру. Довольно глубоко. Я думаю, вот так вот опять где-то зафинячился. Ну, видимо, еще двигатель был горячий, разогретый. Тогда-то я катался постоянно по воде. Двигатель был холодный постоянно. А за счет того, что быстро залетел и быстро вытащил, и двигатель был горячий, туда, если что и проникло, возможно, испариться успело все, прежде чем в двигатель попало. Ну и фильтр я открыл воздушный. Он, на удивление, оказался без воды, сухим. Хотя я думал, что туда опять зальет, но не попало. Все-таки непонятно, где она в тот раз вода пробралась туда. Где-то вот, может быть, вот в этих соединениях у карбюратора, а может быть, где-то там у фильтра. Но сейчас она вот не попала туда. Повезло мне в этот раз. Все, быстро я вытащил. Придется опять его весь мыть. Поставил GoPro подзаряжаться, аккумулятор почти разрядился. Сам сейчас маленько перекушу, потом дальше поеду.